Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет распаковка светодиодной ленты с пультом. Так, вот такой упаковки она пришла, в принципе. Это новая почта. Давай сейчас распакуем, посмотрим, как она выглядит вообще. Там вроде бы 5 метров или сколько, или 8, я так точно не помню. Сейчас посмотрим и посмотрим, как же она выглядит. Так, вот. Такая упаковочка, короче. Давайте распакуем. Сейчас, чтобы я еще не надрезал его. Вот так вот. Аккуратненько распакуем. Так. Хорошо. Все, давайте снимаем. И вытягиваем эту всю эту дорожную ленту. Я так понял, здесь почти все цвета на ней есть. Вот так она выглядит, короче. Светодиодная лента. Вот такая вот. В принципе. Давайте ее откроем. Как она открывается. Ага. Вот так вот, короче, она легко открывается. Сейчас. И с этой стороны тоже. Давайте ее откроем. На таких маленьких защелочках коробки находится. Поэтому сейчас мы ее откроем. Все. Так. Картиночка вот такая вот. Окей. Стоила она 330 гривен. Пришла буквально. Заказали позавчера вечером. И вчера уже подтвердили все. И сегодня она уже пришла. Так, давайте достанем. Вот такая вот сама лента диодная. Так, здесь какие-то штекеры у нас. Окей. А, вот этот переходник, я так понимаю. Я в этом не шарю, если что. Но это на стол ленту я буду так под стол, чтобы она светилась. Вот такой вот пульт. Такой переходник. Два, так. Это я потом разберусь. Это у нас какой-то тоже переходник. И вот, вот такая вот, блин, кстати, перенос, смотри, какая, тут блочок еще стоит такой, блин, круто выглядит, я думал, здесь просто такой провод будет, но эта лента, я так понял, нормально так хавает электрики, сейчас посмотрим, сколько тут ватт, вот ватт, 240 ватт, походу, да, так, ага, Made in China, ну, это понятно, в принципе. Так, давайте я попробую, возможно, подключить сейчас ее. У нас пульт здесь. Ну, я не знаю, батарейки здесь нужны или нет. Так. Толчок переходящий такой вот. Угу. Вот так он выглядит. Вот так вот эта хрень выглядит. Тоже. Ну, допустим, вот так вот делаем. Так. И это куда идет? Так, переходник у нас вот сюда вставляется. Окей. Сейчас ленту попробуем подключить. Она вообще будет интересно спуститься или нет? Какой из них? Вот так ли что? Так. Попробуем вот так вот. Во-во. Начало светиться, смотрите. Вот и так она светится. Я думаю, будет видно. Вот так вот цвета. Пока что два цвета, смотрите, да? Давайте другую сейчас попробуем подключить. Оп, сюда. Так, здесь у нас переходник такой. А. Здесь еще одно отверстие есть. О. Это походу что-то другое. Но это работает. А то я не знаю, что такое, в принципе. Ну, зеленый и синий пока что горит. Не знаю, сколько здесь цветов всего. Вот, допустим, пульт, да. Сейчас пульт попробую. О, пульт тоже работает. Кстати, смотрите, можно ярче, можно меньше. Блин, вот пульт тоже работает. Давайте так, допустим, off. Вот, я выключу.
Так, включил. Так, ярче зеленый можно, либо красный. Окей, так, синий. Так, вот так вот. Не, ну блин, очень круто работает. Пульт, кстати, тоже работает. Довольно-таки вообще легко. Просто крутой на самом деле пульт. Вот такой вот пульт. Все на нем работает. Так. Можно менять вот так вот. Во. Блин, а пульт, кстати, работает вообще нихер делать. Я не знаю, где у него там прием идет, но вот лента лежит просто, и пульт реально работает. Поэтому, так, давайте. Все-таки, так помню, здесь два цвета будет. Поэтому, так, а если... Вот, тут выключили, включили. Это у нас... Окей, синий. Ну, здесь будет только два цвета таких, видите. Все равно круто очень выглядит, я думаю. Давайте, допустим, там, не знаю, вот такой цвет сделаем. Типа, чтобы он переливался как-то. Не, ну очень круто выглядит. Пульт реально работает. Давайте вам поближе покажу. Так вот все выглядит. Вот пульт. Просто менять можно цвета сразу. Через камеру, конечно, это так точно не передать вам, но все равно выглядит все очень круто. Я думаю, будет нормально работать. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.